6 и 7 ноября в Томске состоялся Кубок Томской области по пауэрлифтингу. Спортсмены Колпашевского района под руководством тренера Алексея Пастухова завоевали 4 медали. Владислав Крючков завоевал первое место в категории 53 килограмма в безэкипировочном дивизионе среди юношей до 18 лет, выполнив третий взрослый разряд. Андрей Лефлер стал чемпионом в категории 93 килограмма в экипировочном и безэкипировочном дивизионе среди юношей до 18 лет, а также занял второе место в абсолютном зачете в экипировочном дивизионе. Выезд на соревнования был организован Управлением по культуре, спорту и молодежной политике администрации Колпашевского района.